Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Решил, что теперь к отзывам на книги у нас будут эпиграфы. Вот эпиграфом к этому отзыву я хочу сделать довольно известное выражение из фильма «31 июня». «Все, что создано нашим воображением, где-нибудь существует во Вселенной». Вначале опять небольшое вступление. Администрация Яндекс.Дзен приняла решение временно не монетизировать публикации на острую социальную тематику в связи с известными событиями на Украине. Не монетизирована и моя последняя статья о сталинской экономике. Так что хочешь не хочешь, а нам пока придется поговорить о литературе. Также хочу пояснить, данный разговор – это не только разговор о литературе. Я сторонник ноосферного мировоззрения, которое считаю левым и дальнейшим развитием мировоззрения коммунистического. Но оно конспирологическое, и так просто о нем не прочтешь. Его в своих книгах, как в нашей стране, так и за рубежом, между строк пиарила и пиарит масса известнейших писателей, составляющих золотой фонд мировой литературы. Каких именно, можно посмотреть в моем ролике «Роберт Бартини». Он будет на конечной заставке. В нашем же разговоре я снимаю с их книг «Фатаморгану» конспирологии. И насколько мне известно, я второй, кто делает такую работу. Первыми были супруги Бузиновские, и они сделали это в своих книгах «Ро» и «Тайна Воланда». Напоминаю также, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги. Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами «Тайного общества Диск»? Она – сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно приобрести по ссылке под роликом. В книге «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера» концепция Роберта Бартини просматривается очень чутко. На мой взгляд, это хорошо видно, если сравнить эту книгу с книгой английского писателя Джона Пристли «31 июня». Гениально экранизированный в Советском Союзе в 1978 году режиссером Леонидом Квинихидзе. Джона Пристли я тоже отношу к писателям, членам «Тайного общества Диск», между строк популяризировавших концепцию шестимерной вселенной. У этого фильма и у этой книги одна главная мысль. Все, что создано нашим воображением, где-нибудь существует во Вселенной. Именно на сравнении обеих книг я и хочу построить отзыв. Вот как выглядит обложка книги Владислава Крапивина. У Пристли есть два главных героя – мужчина и женщина. Мужчина – скромный служащий рекламного агентства Сэм Пенти, который нравится женщинам, но никак не может устроить личную жизнь. Ему уже за 30, а он все еще не женат. Он не может найти ни одной женщины, которую бы полюбил. Сэм, понятно, живет в 20 веке. И принцесса небольшого королевства Парадор, у которой та же проблема. Она никак не найдет мужчину, которого бы полюбила. Хотя многие выдающиеся рыцари делают ей предложения. Самое интересное здесь что? Принцесса живет в конце 12 века. Ее королевство, Парадор, является вассальным королевством Камелота, королевство короля Артура. Кроме того, она лично знакома с принцем датским Гамлетом и Макбетами. Но король Артур был королем бритов в 5-6 веке нашей эры. И в это время никак не мог жить Гамлет, поскольку королевство Дания еще просто не было в природе. Было только племя данов. Среди историков нет единого мнения, был ли у Гамлета исторический прототип, но если он и был, то он жил в 9 веке. Макбет же был королем Шотландии в начале 11 века и умер в 1057 году. Вот такие вот несуразности. Однако с позиции концепции шестимерной вселенной Роберта Бартини они объясняются довольно просто. Бартини любил повторять: объективное и субъективное абсолютно тождественны. То есть с позиции концепции Бартини пространство и время могут оказаться только свойствами нашего сознания. И уж во всяком случае наше сознание с позиции его концепции может влиять на процесс возникновения вселенных, хронопотоков. Я не буду здесь подробно объяснять концепцию трехмерного времени Роберта Бартини, поскольку уже объяснил ее в отзыве на другую повесть Владислава Крапивина «В ночь большого прилива». Желающие могут ознакомиться с ней там. Герои же повести Пристли
Сэм и Мелисента очень редкие люди. Они творцы миров, и вместе они становятся куда сильнее. Именно этим и объясняется их поиск мужчины и женщины, который так долго не мог увенчаться успехом. И именно поэтому они однажды и заставили наши вселенные сойтись. А понятно, что принцесса Мелисента живет не в нашем хронопотоке. Почему, понятно, объясним. Более того, очень вероятно, что именно принцесса Мелисента сотворила наш мир. Либо, что еще более вероятно, Сэм сотворил мир Мелисенты. Сотворил только силой своего воображения. Это открытым текстом сказал Сэму Мах Мальгрим, познакомивший его с Мелисентой. Аналогичным образом обстоит ситуация и в данной повести Владислава Крапивина. Живет в небольшом провинциальном городе обычный мальчик Гена. Или, как его все называют, Генчик. Его фамилия Бубенцов. В обычной семье, в деревянном доме на окраине города. Живет самой обычной жизнью, с массой мальчишеских проблем. В частности, над ним начинают издеваться хулиганы. Да только есть в жизни этого мальчика одна небольшая деталь. Во дворе своего деревянного дома он построил, скажем так, целый город. Понятно, маленький город. И населил его пружинчиками, человечками, которых он скручивает из цветной проволоки. И пружинчики для него, понятно, живые. И живет в этом городе старая женщина, Зоя Ипполитовна, прожившая самую обычную жизнь. Пенсионерка, в прошлом бухгалтер. Но она тоже сотворила свой мир. Она всю жизнь мечтала о море и о морских приключениях. И именно поэтому придумала капитана Сундукера. Придумала всю его жизнь, во всех деталях, начиная с самого его детства. Только вот старым у нее капитан не стал. Однажды он отправился вместе со своим кораблем, который называется несколько странно, «Я больше не буду», искать некий полюс. И исчез. Исчез вместе с кораблем. И она думает, что капитан Сундукер не погиб, а переместился в другой мир. С ним такое уже бывало. Ему случалось, находясь в океане вместе с кораблем и командой, перемещаться в другие миры. То есть у Владислава Крапивина, в отличие от Джона Пристли, творцы миров живут не в разных вселенных, а в одной. Более того, они живут в одном городе. И однажды встречаются. И возникает странная дружба маленького мальчика и старой женщины. Нужно отметить, что действие этой повести происходит не в нашем хронопотоке. Книга является продолжением повести «Портфель капитана Румба». И в этом хронопотоке этого капитана помнят. Напоминаю, о нем в этой вселенной была издана книга, ставшая мировым бестселлером. У Зои Ипполитовны, кстати, капитаны Румб и Сундукер были друзьями. Еще одно существенное отличие данного хронопотока от нашего в том, что в нем норма НЛО – классические летающие тарелки, которые появляются так часто, что к ним уже все привыкли. Действие происходит в начале 90-х годов, и людям, которым нужно выживать, в тот момент было далеко не до летающих тарелок. Более того, они уже начинают их раздражать. При этом, правда, инопланетян никто не видел. В контакт они не вступают, видят только их корабли. И у Зои Ипполитовны есть пистолет капитана Сундукера. Игрушечный пистолет, который она когда-то сделала сама. Но и который якобы капитану Сундукеру принадлежал в детстве. В нем есть поршень, натягивающийся на резинку, и он может стрелять мелкими горошинами, ну или шариками аналогичного размера. Но этот пистолет в руках Генчика Бубенцова вдруг становится чем-то гораздо больше, чем просто игрушечным пистолетом. Что особо интересно на фоне того, что над ним издеваются хулиганы. И это далеко не единственное, не бросающееся в глаза чудо, которое вдруг рождает встреча двух творцов миров – мальчика и старой женщины. Затрагивается и вопрос о том, что человек бессмертен. И Зоя Ипполитовна однажды даже вызывает дух капитана Сундукера. Она еще застала время, когда в моде был спиритизм. И происходит еще много событий, не бросающихся в глаза обычным людям, но от этого не менее чудесных. И ясно, что необычные события только начинаются. Владимир Талалаев в книге «Топологии миров Крапивина» отметил, что «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера» есть продолжение. «Страна синей чайки». Я ее на момент написания отзыва тогда еще не читал, но надеялся, что там будет все раскрыто куда больше и детальнее. Кстати, официально «Страна синей чайки» в диалоге сказки капитанов не входят. Это личное мнение Владимира Талалаева. Безусловно, рекомендую повесть к прочтению.
Также перед прочтением рекомендовал бы пересмотреть фильм Леонида Квинхидзе «31 июня». Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.